А ты что здесь делаешь? Привет, Миша. Мы созданы друг для друга. Миша! Я хорошая! Миша! А ты что в Греции? Моя умотала в Афины отдыхать с мужиком. Пипец. У меня шенгена нет. А я тебе помогу. Завтра Жорик идет на Гларос. У меня там живет близкий, Марко. Надо будет ему кое-что передать. Меня зовут Марко. Вы привезли мне мое кое-что. Спасибо. В этой банке находится очень ценная мне вещь. Леха, греки, завтра тебе сделают новый паспорт. Ты первым рейсом летишь за Одессу. Выпьем. Ты чё? Ты чё? Короче, самая красивая баба по любасу. Дочка в мафиози. Господи, боже мой, что ж происходит-то? Тихо, что? Вы украли его. Чё он гонится? Он думает, что мы его штуку из банки сперли. Пока оно не найдется, вы останетесь на острове. Хватит с меня этих мафиозных базаров. Пора звонить девицу. Теперь посмотрим, кто кого. Решил я навестить племянника. А тут такие дела. Мое предложение очень простое. Владя, да я проблемы твои решаю, пока ты гречку портишь. Я возвращаю вам содержимое банки. Я здесь на задании. Сопротивление бесполезно! А вы мне моих парней. Russian Federation, да, дядь Толь?